депрессия – это самое длинное, по-моему, что со мной случалось. Я помню слабость свою, и физическую, и ментальную. Душа точно так же может болеть, но об этом не принято говорить. А следовательно, об этом люди не умеют говорить. Постоянное ощущение катастрофы, что со мной случится что-нибудь плохое за все, что я сделала. Что ты сделала, Мила? Ну, я просто есть. Лучше бы у меня не было. Антидепрессанты принимают 330 миллионов человек в мире. У меня не было любви к ребенку. Мне стало быстро понятно, что с этой проблемой сталкивается огромное количество женщин. А в России об этом ни слова. Лучшее, что я в своей жизни испытывала, это полет. Если бы не депрессия, то я бы могла стать пилотом. Сложно сказать, о чем я мечтаю. Зачем я живу? Совсем другие. На грани. Смотри прямо сейчас. Только на Иви.